В столице в строительстве метро задействовано около 25 тысяч человек. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Агентство новостей «Москва» по заявлению председателя Совета директоров акционерного общества «Мосинжпроект» Александра Горностаева сообщает, что в строительстве новых станций и линий столичного метрополитена задействовано около 25 тысяч человек. По его словам, компания «Мосинжпроект» с 2011 года является основным подрядчиком по программе развития столичного метро. Силами компании уже построено 83 километра новых линий, 10 электродепо и 42 станции. Сейчас работы идут круглосуточно на 42 станциях метро и 8 электродепо. На данный момент основные усилия сосредоточены на строительстве БКЛ. Также начата работа над проектами новых радиальных линий метро – Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!